стремлении расширить свою аудиторию и завоевать популярность за пределами России, Нюша провела ребрендинг. Имя теперь пишется латинскими буквами, а последние клипы снимаются исключительно за границей. Правда, загруженный график звезды не позволяет ей даже пройтись по магазинам. Я, во-первых, не шопоголик, а во-вторых, есть все-таки у меня стилист, который помогает приобрести определенную одежду. Если есть время погулять и нечаянно зайти в магазин, и мне что-то понравилось, то, конечно, почему бы не купить. Да что уж там шопинг, у Нюши не хватает времени остаться один на один с американским фастфудом. Да-да, обладательница идеальной фигуры любит бургеры. Причем, вы будете удивлены, но на завтрак. Мой день начинается с стакана теплой воды. Я могу на завтрак съесть и пельмени, и пиццу, и пасту, и все что угодно. То есть нет такого, что я должна есть обязательно яйца. Каждый съеденный кусок пиццы или вкусный бургер добавляет в график певицы еще один день тренажерного зала, чтобы загладить вину перед телом за приятные слабости.